Ребята, всем привет! Вы на канале Страна и Гирлянда. И сегодня мы с вами поиграем в так любимую всеми игру Subway Surf. В сегодняшнем забеге у нас будет участвовать София. Вы только посмотрите, в самом начале игры Софии попался джампер. И она после этой плюшки подбирает магнит. А вот и начало мини-миссии. Думаю, что за забег нам не составит труда собрать слово. И эта мини-миссия будет выполнена. Естественно, за нее мы получим приз, какой увидим в конце забега. Прошло не так уж много времени, а мы собрали две буквы из четырех в слове FAST. По-моему, пора вызывать доску для серфинга, ведь с ней гораздо безопасней. По-моему, мини-миссию мы с вами сможем закончить намного раньше. А ведь прошла всего минута забега, а три буквы из четырех уже есть. В этот раз доску для серфинга мы использовали по полной. И она исчезла только потому, что время ее действия закончилось. Ну что же, мини-миссия выполнена. Жаль, что она в сегодняшнем забеге всего одна. А вот и первый реактивный рюкзак. Скорость у нас еще не такая большая, так что практически все монетки мы успеваем подбирать. Время практически вышло, и мы катапультировались. По-моему, а нет. Можно еще не вызывать доску для серфинга, ведь мы смогли подобрать чудо-кроссовки. Но все-таки, чтобы себя обезопасить, лучше будем проходить все с доской для серфинга. Да что ж такое? Нам не везет. Я уже не знаю, по-моему, это третья доска для серфинга, которую мы потеряли по своей неосторожности. Как же хорошо, что можно подбирать все, что находится под кроссовками. А это монетки, либо различные плюшки. Да, ребята, еще одну доску для серфинга призвали, но сразу же ее потеряли. Может, сегодня проходить весь забег без досок? Хотя будет очень сложно. Нет, на это я решиться не могу. Отлично, джампер и сразу же реактивный рюкзак. Самое интересное, когда подбираешь реактивный рюкзак, ты можешь пройти через любое препятствие. Ведь перед нами была сплошная стена. По идее, мы должны были в нее врезаться. Но нет, мы пролетели сквозь нее и продолжаем свой забег. $200 000, да, это уже неплохой результат. Я, если честно, немножко подрастерялся. Думал, сейчас задену какое-то препятствие, но прошли очень даже хорошо. И, кстати, сейчас у нас снова реактивный рюкзак. В Аргентине сейчас, наверное, очень жарко. Хотя, вы знаете, ребята, у нас также сейчас стоит очень сильная жара. Вот и отлично. Обновили чудо-кроссовки. Вижу ящик с какими-то призами. И мы его, естественно, подбираем. Ведь у нас чудо-кроссовки, и поднять его было несложно. И только мы вызвали доску для серфинга, сразу же ее разбили. Что-то с досками Софии не везет.
Отлично, удвоение количества баллов. Хотя у нас сейчас и не соревнование, но все-таки это неплохая плюшка. Неужели в этот раз мы не разобьем доску для серфинга? Да, было бы интересно. Задели препятствие, нам на хвост сел инспектор, но мы от него смогли сбежать. Еще одно удвоение баллов. Вполне возможно, Софии удастся замахнуться на новый рекорд. Хотя до нового рекорда еще более 1 000 000 баллов. И снова удвоение количества баллов, но нужно, чтобы оно попалось немножко попозже, когда одна плюшка заканчивается, ты ее обновляешь и пошло заново время ее действия. Или хотя бы эти плюшки умножали одна другую, было бы еще прикольней. Вызываем еще одну доску для серфинга, их у нас осталось целых 16 штук, так что о том, что они закончатся, можно не бояться. Ребята, вы знаете, с помощью кроссовок проходить дистанцию намного прикольнее и легче. И снова пляж. Если честно, я бы уже хотя бы на полчасика хотел на море. Покупаться, отдохнуть. Загорать может и нет, а вот покупаться, да, я был бы не против. И снова неудача с доской. Снова мы ее теряем. И да, ребята, если бы не кроссовки, я думаю, мы сами себя заманили бы в ловушку. Отлично, нужно подрасчитать и подобрать чудо-кроссовки. Да, у нас получилось. И вот сейчас мы подпрыгиваем ведь очень высоко, вполне возможно даже задеваем крышу, но не убиваемся, интересно. Еще один реактивный рюкзак, обожаю, когда вместе с реактивным рюкзаком действует магнит. Да, обратил внимание, закончится действие реактивного рюкзака и практически сразу заканчивается действие чудо-кроссовок. Но если бы была сложная ситуация, мы успели бы подпрыгнуть. А вот и еще одни чудо-кроссовки. По-моему, доска для серфинга, которая увеличивает скорость, нас только сбивает с хорошего настроя. Ведь когда мы не используем доски для серфинга, мы себе прекрасно проходим по дистанции. Да и реактивные рюкзаки попадаются нам очень часто. Три с половиной тысячи монеток. Это 12 досок для серфинга, которые мы можем купить на эту сумму. Впереди еще одно удвоение количества баллов. Да, ребята, мы скоро с вами подойдем ровно к половине суммы, которая нужна для установления нового рекорда. Отлично, вижу чудо-кроссовки, обязательно их подбираем. А вот сейчас впереди удвоение количества баллов как раз вовремя, ведь прошлая плюшка практически закончилась.
Ну вот, нам на хвост сел инспектор. Надеюсь, удастся от него сбежать. И еще одна ошибка, и инспектор нас смог догнать. Посмотрим, какие призы нам достанутся. Монетки. И второй приз. И снова монетки. Ребята, на этом буду заканчивать. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч.